Всем здорово, бойцы! Как всегда, с вами Райз. Все как всегда. Путь Дааса после долгого перерыва. С тебя лайк и подписка, ну а с меня, как обычно, годные катки. Решили в этот раз попробовать сменить обстановку и пойти на Каракин. Поэтому сейчас тебя ожидают мощнейшие бои в попытках занять топы. Оформи VIP подписку на Бусти, чтобы смотреть видики раньше остальных. Всем приятного, ну а мы погнали. Чего-чего? Почему ты рандомов включаешь? Я же объяснял в предыдущей катке. Когда включаешь рандомов, более слабые соперники и больше ботов. Это не шутки, это серьезно. Это еще вот давно я заметил, еще когда тогда играл в PUBG. И сейчас ничего не поменялось. На краке не так не работает. Я же говорю, по 30 киллов настреливаю из-за того, что со мной в тиме рандомы, и из-за этого вся катка фулл боты. Ну слушай, сейчас я не вижу никого крутого с нами. Ну вот я же про что и говорю. Я даже не про нашу тиму, а вообще в целом. Да я понял, что не про нашу. Эй, говнюки, мой ник Вован Ростов. Прыгайте на Башару. Вован Ростов, кто меня на кулак посадит, тому куплю РП. Вован Ростов. Бедный Вован. Капец, тут полетка маленькая, только парашюты взяли. Ты куда полетишь? Тут катка... Налево я направо? 2 на 2. Катка 2 на 2. Ну да. Я имею в виду, тут самолет даже низко летит. Вот мне не нравится, что на Эрангеле пришлось просто последние 10 минут просто ездить. Вот меня бесит. Ну и чё? Типа я мог пофайтиться. Ну зато знаешь, на ранг это такое, хорошо, а типа время выживания повышается и все такое. Так, куда двигаемся? А вон туда. Зарегает все равно. Чувствую, это будет самая скучная катка на сегодня. Ну тут плюс. Надо перестартануть. Да не. Ну, никого топового не было, еще на спавне можно было. А зачем нам топовые? Я даже попасть по нему не могу. Там миник есть, тоже большая редкость здесь. Прям много кто. Даже с винчестером играют. Да ты шо, это не бот! Добьет! Почти добил. Он бежит, он full open. Хорош. Хотел добить. А я думал, бот. На кулак его может посадить. Мы же токсики. Хорошо. Даже не захилился, а лутаться пошел. Это моя тема. Ты дымы кидал? Да, я специально байтовый кинул. Понял. Нет, ну поверь. Человека вижу. Игра просто... И не бот вроде даже. Да с городом файтиться себе дороже. А что нам делать еще? Что, просто так ходить, что ли? Главное, короче, запомни два правила. Не спускайся под землю ни при каких обстоятельствах. Да нет, конечно. И не заходи в город. И не прыгай в город. Файтиться с городом, ну, можно, но это трата патрона. Но заходить — это смерть. Они садятся по углам и ждут просто. А что нам еще делать сейчас? Я его нокнул. К нему бежит второй. Да. Я спускаюсь, что мне еще делать? Его убили. Хорош, бот. Так, нокнул одного из них. Второго сейчас буду нокать. Дал? Второй вот тот. Дал хоть раз ему? Дал ему пару тык. Хорош. Дал. Теперь не вижу вас, Нормально. Он лег, кажется. Наши идут к тебе. Да все нормально. Ну, короче, на таких рангах можно и в город заходить. Да, я ж про это тебе и говорю. Да, это он. Магазин на 50 патронов, вот это серьезная вещь. Да, я всегда покупаю ее. 50 патронов для дальнего боя — это вообще имба. Угу. Обычно от нескольких патронов не хватает, чтобы начать.
G36 что-то не моя винтовка, я с нее плохо зажимаю очень. С каркой то лучше. Тут боты старые. Я одному надавал там. А, все, одного нокнули. Можешь. Второго, да. Вярить их спокойно. Че по киллам? За вас я не слышу шагов. Понятно. А, у меня уже платина, кстати. Уже даже платина 4. Я помню, ты постоянно сгонялся с прицелом X2. Это у тебя прикол такой был всегда. Я здесь часто с ним гоняю, когда не могу найти X3. Наших вот там, кстати, наказывают. Я без шлема и без брони, у меня все по нулям просто, чтобы ты понял. У меня нет шлема только. Он там чел. Не вижу. Бежал в этот дом. Надо идти, потому что... Хотя это, наверное, плохая идея. Чел. Вижу его. Перебежал. Тормози, да. Захожу тоже. Где он? Не понял. Чё? Я тоже чуть не понял, он же тут. Да, вроде перебежал, значит, куда-то. Нет. Вот. Опа. Бля, без брони, без шлема до сих пор. Я без шлема, и чекай хп моё. Да. О, первый броник. Это он мне с дробовика в упор дал. С ДБСки. Вот этот, который стрельнул, это, скорее всего, тот самый чел, который возьмет... На мне, тихо. Хорош. Еще. До свидания. Блин, у меня, короче, подбирался лут, я хорошо в прицел и продолжил махать. Лутался он. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Отползай. Да ты с другой стороны стреляют. Нет. Оттуда стреляют. Да-да. Нет, я же говорю, что нет. Теперь я тебя добьют, тоже. Да? Нет, не факт. Можно. Давай. А нет, он смотрит, он смотрит. Там у тебя в спине чел. Да, блять, я знаю, а что делать? Уходите отсюда. Блин, я так по-тупому сдох, боже, какой я нуб. Я уже сам разучился играть. Вижу его. Это бот, что ли? Или не бот, нихуя. Ты чё, куда ты стреляешь, блядь? Ой, хорошо. Как хорошо, минус сквад просто, брат. Капец, ты токсик. Чё делаю? Активный. Чё делаю? Почему токсик-то сразу? Где он был? Оу! Как? Нет, на высоких рангах бы тебе не простили такую перебежку, конечно. Я понимаю. Чё-то этот X2 грёбаный, я его ненавижу просто. Ёбаный в рот. Давайте, воюйте между собой. Правильно. А я вас заберу сейчас. Тут еще тип остался. С камней вижу. Домой! Ля, что за зажимы? У меня с G36 никогда таких зажимов не получается. Что-то я капец потею, хотя враги, по сути, ну, вообще слабые. Ну да, ну, лоу ранги тут.
Обычно вот здесь вот так вот постоянно стрельба со всех сторон. Можно как-нибудь на днях ее позвать, у нее высокий ранг. До свидания, блядь. Будет интересно. Китайцы какие-то. А, уползаешь, страшно. Кто там по мне шмалял? Братишка. О, еще один. Хули ты тут лежишь? Понятно. Отпрыгни. Да-да-да. Еще? Что это было, чувак? Объясни мне, пожалуйста. Что это было? Осуждаю такие высказывания. Не говори такие слова, ты что? Я в себя поверил, теперь я просто меня не остановить, чтобы ты понял, я просто гребаная машина. Ты же не сыкло. Нет, конечно. Под смоком. Фу, ну а как ты хотел тут, если ты не понял, тут со всех сторон прошивают просто. Да, со всех сторон прям сама опасность. Ну смотри, он что-то пытается, как будто бы даже у него что-то получается. Не, МК не хочу брать, патронов нету. Ну давай, давай, герой, ёпть. Бля, еще случится сзади кто-нибудь подсуетится. Инфа сотка. 7 живых осталось, кто подсуетится? Да там стреляли с той стороны просто. Это что было сейчас? Вторая, как он меня видит? Тихо, 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 ты че, родной? С ума сошел? Да, да, да. А как он попадает, я не понимаю. Вот это кто сейчас М24 там хуярит? Да как так? Он с полика зажал, я не понимаю, как ему это удается просто. Подожди, я повтор смерти хочу посмотреть. Ага, вижу. Он с X, чтобы ты понял, он с X6, ну на X3 явно его перевел, но все же. Это жесть. А я на всякий случай репорт на читы кину. Че нет-то? Не, ну это жесть, это реально жесть, я ему сейчас... Читерское ПО, короче. Вижу, двое. Боты, возможно. Это называется командная работа. Ой, подсос, ой, подсос. А, ну, это, кстати, не боты, чувак, это люди были. И у них еще двойка может быть, аккуратно. Я их и искал. Я их слышал. Чего подсос-то сразу, в смысле? То, что я обоих продамажил, но никого не нокнул из них. Ну, извините, если бы... Я не вступился, они бы тебя убили. Ой-ой-ой, это серьезное заявление. Что-то он попутал, по-моему. Ёпть. Тоже не боты, кстати. Тут еще X3 есть, если давай, надо. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, он серьезно настроен. Я дал ему голову, если что. Хорошо. Секунду. Я его вижу, кажется. Или это бот? Там стрельба. Тихо. А метку дать хочешь? Я далеко, если что. Иду к тебе. Угу. Да неси, все норм. Так же он. Добр, бля. Блин, по мне кто-то работает. Пойму, кто я откуда. Понятно. Еще остался. Затекстуренный мудак, блин. Я его дожму, потому что он меня бесит. Часть тебя со спины убьет. Да пофиг. Та! Это игровой зоны упал. Лучше б я его убил. Я его продамажил, он зачем-то в синьку убежал и там нокнулся от последней тычки.
Блин, хорошо будет делать. Я в тебе, если что, меня можно резать. Я тебя, до тебя вообще никак не добегу в любом случае. Успеешь, если сейчас побежишь. 500 метров, блин. Чувак. Не, 500 я метров, успею, ты издеваешься? Да ты успеешь. Вот бот, блин, бот, ты что делаешь, зачем? Забей на него. Он по тебе сейчас начнет стрелять. 80 метров, 60 метров! Ты дотекаешь? Если сразу побежал, успел. Блин! Да, если сразу побежал, но... Буквально 2 секунды. О, нифига, лук. Где именно? Ты это бочал. Вон, на соседней горе, на соседней горе. Вижу, вижу, вижу. Их двое там. А, нет, один. Я лох. Опа. Здравствуйте. Понял. До свидания. Блять. Ну да, понятно. Теперь горные лежуны. Не, это вообще не моя карта совершенно. Я тоже горно лежу. Ты давай маленько апни ранг. Да, вообще ап. Это неинтересно так играть. Так блин, я и так апался, все говорю, сейчас серебра до платины нашел, алло. Я говорю, ботов ну, стало очень много, видимо, онлайн у PUBG меньше или чего просел. Зато ну, КД-14. Да, спасибо. Давай, давай. На платине.